Значит, вот здесь у нас получается лето такое. Лето, осень. Осень. А там уже лед. Все замерзло. Я думаю, почему такая белая эта вода? А реально лед такой достаточно гладенький. Как на Байкале, наверное. Такой же гладкий. Скоро будем ходить на острова. Я ни разу не был на тех островах. У нас экстренное включение. Смотрите, почему я одет по-зимнему, а это тут все по-летнему. Вчера снег таял, а сегодня минус 13. И все замерзло. Представляете, даже вся вода замерзла на этом водоеме за ночь. Все лужи замерзли. Я думал, как это выглядит? Я думал, здесь это везде все плавает. А нет, смотрите. Даже, ну вот это все сало, оно замерзло получается. Ого! Смотрите, я уже стою. Ай-яй-яй! Может и провалиться, может и провалиться, но он такой нормальный, сантиметр 3. То есть за ночь сантиметра 3 намерзло, классно. Зима наступает, завтра, послезавтра тоже будет по минус 15 ночью. С вами был Вячеслав Каули, до связи.